oceans, what a deep river wide. Меня зовут Павлович Виктория. Я заслуженный мастер спорта по настольному теннису. Трехкратная чемпионка Европы и неоднократно призерка чемпионатов Европы. Бронзовый призер чемпионата мира. Момент труднее всего мне дается это поездки, потому что я оставляю свою маленькую дочку дома и, конечно, очень скучаю, но опять же любовь к спорту меня двигает к тому, чтобы, наверное, достичь еще каких-то результатов. Нашему виду спорта это вообще неприемлемо, потому что это, я думаю, даже как-то эффект не положительный будет, отрицательный, потому что у нас вид спорта, который требует максимальной концентрации, показания максимальных всех своих физических данных, психологических данных. И я думаю, допинг вообще, в принципе, тут неуместен. Дорогие юные спортсмены, достигайте своих целей без допинга, потому что это на самом деле вредит вам и вашему здоровью. И я считаю, что это не поможет вам в достижении самых высоких результатов. Всего вам самого хорошего, терпения и не вредите сами себе. Да, хочешь, придет? Давай.